понравилось кафе. Смотрите, этот платим. Платим из машины сами картой. Фастфуд кафе платишь сам, вот туда засовываешь. Honey show, where do you put card? Show place. By hand, yeah. Значит, ну вот это фастфуд, где останавливаешься на машине, тебе машину приносят, да, помните? What name this, this fastfood? What the name? On the top you can see. What the name? Вестивью у них есть. Но мы забыли название, как оно называется. Нет, естественно, название. И вот в эту вот дырочку, вот эта кнопка красная, это значит вызов его, да, то есть чтобы он с тобой разговаривал. А рядом для карты, карту вставляешь платить. Вот, и он сказал сейчас платить только карты, наверное, потому что ночь. Сейчас где-то к 12 ночи, а днем же они подойдут, возьмут деньги, могут взять деньги, подойти, по-моему, так. What about in the day? Can you pay cash here? No. No, in the afternoon, not in the night time. No? How you pay in the daytime? They will come to you to give change? I guess. Change это, как ее? Ой, господи, сдача, change. Я говорю, can they give you change? Могут они тебе дать change, сдачу? Наверное, днем, наверное, мы не знаем точно. Наверное, днем вот машина стоит, тоже лопает внутри, жрут. Днем, наверное, дают change тебе, днем можно платить кэш. А ночью, вот он сказал, мы подъехали, никто с нами не разговаривает, да, в микрофон. Оказывается, там кнопка написана to order, для этого заказа, order, заказ. To order, глагол. Глагол to order, да, заказывать. И это. Нажимаешь кнопку, он с тобой разговаривает, а потом нажимаешь на экране там оплату. А, когда заказал, он тебе пока вылетает на телевизоре. Чего у меня сегодня ничего не вяжется? А, вот наш заказ идет. Да, из-за того рода, ну, это с того рода. Piece of paper, кусок бумаги. Ну, то есть piece of paper, как мы говорим, дай-ка бумажку мне, да, вот записать что-то. Piece of paper они говорят. Paper. Про что говорила? Про то, к 12 ночи дело уже не работает. Принес. Thank you so much. Do you have some napkins? New napkins in the bag. Yeah, a sauce. We don't need sauce, no? Order before sauce. Вот здесь. Что там? Эти хот-доги мы заказали, да? Хот-догс и картошки, вот эти вот маленькие кусочки. Сейчас покажу. Сколько все вместе, сейчас скажу. 6.69. Сейчас скажу name of the place, baby. Ничего тут не написано. Ой, мы отъехали уже, мы к Форт Лоренделу едем. Город какой? Окала было написано, да? Is it Ocala? City name. Activator. Is it Ocala name of city or what? We're right now, Brandon. Ой. На ходу. Значит так, это картошечка такая вот так сделана, а это хот-дог. Там же этот огурец, пиклс. Соленые огурцы никакими огурцами не называются, пиклс. Я когда-то только приехала, помню, говорила, я говорю, кюкембер. А вот кюкембер. У них кюкембер это только свежий. Вот в такой упаковке. Это два, да, хот-дог, а ну вот эту картошку заказали. Очень вкусно. Аня, don't steal, не воруй.
вот такие тут места. Подъезжаешь, становишься, заказываешь, он тебе приносит. Еда в машине. Вообще с ума сошли, с машины вообще не выходить. Пришли на лодки на вечерние посмотреть. Лодки отправляются отсюда. Ну, такие sailboats, но которые парусные, частные. Sunset смотреть. Sunset – это закат солнца. Вот вам sunset. А это лодочка. Вот. И это, этот sunset, они имеют еще и dolphin watcher. Dolphin. How you say dolphin? Этот дельфиновый вотчер. Вотчер – это наблюдатель, наблюдальщик. А дельфиновые наблюдатели. Ну, то есть круиз называется. Dolphin watcher. Не круиз, но там на 2 часа круиз, на 1.5. А этот, который на сейлботе, вот это освещенное, сейлбот. Это этот парусный, сейл-парус. Стоит $40, чтобы вы знали. Вот так вот, и тут берешь. Some difference they have, no? This one the same? Yes, no? Same or not? Huh? Here, right? Лодочки такие. Ну, вам ничего не видно. Ну, что ж делаешь? Когда-то мы придем сюда, может быть, днем приедем. Вот эта лодка такая большая. Гляньте, какие эти парусники такие большие. Красиво. Фу, рыба воняет. Fish smell, а? Yes? Not too bad. Yeah, fish smell. Как красиво, хорошо. Мы уже катались, только я была не с хазбендом тогда, я была, по-моему, с моей Мариной подружкой. Мы на такой лодке ездили 40 с чем-то, даже еще дороже было, 45, что они такие дорогие. Обычно вот на такой, по-моему, мы были. Обычно эти стоят, ну, обыкновенные круизные кораблики, они стоят 18, если без еды такое. С едой даже и то, там 25 с ланчем. Но вечерний стоит дороже, там сам заказываешь этот спиртной и все такое. Вот. Ну, а эти дорогие, это вот частные они, вот эти лодки. Они, люди там спят, там же они туда заходят, входят. Можно спать, во всяком случае, не знаю, спят они там сейчас или нет. А вообще можно. Вот. Байдарки. Байдарки и каноэ. Хотите на байдарке, хотите на каноэ. Какая тут байдарка? А волны захлестнули. Вообще-то это этот, это канал. Это по каналу будет экскурсия. Все. Пришла. Чего показала, неизвестно. Ночью. А это такое здесь, это кафетерия. Никого нет. Вот это, а пицца плейс. Его на пицца. Его на пицца. Смотрите, вечер такой, фонтанчик здесь. И никого. Такая плаза. Но уже поздно. Прогуливаемся, там открыт магазин ночной. Надо нам сейчас туда сходить. Вот. Один только народ орут. Мужики вывалили, наверное, из ресторана. Вот. Красотища такая. Yeah. This is fountain, right? Fountain. Fountain. Can you say fountain? Say fountain. Fountain? Correct. Say фонтан. Фонтан. Фонтан? Фонтан. Фонтан. Correct. Нету народу. Ресторан суши-бар написано. А он, наверное, что-то он светится, все светится.
Ну так поздно мы уже есть не пойдем, это уже, конечно. Сегодня у нас 5 апреля. И это такой зонтик здесь красивый. Такой столик красивый. 5 апреля. И такая влажность небольшая, потому что вот там вот море за дорогой, вот там за бассейном, туда-туда-туда, еще за дорогой. Море-то. И как-то так хьюмит-хьюмит. Ну такая влажность. Хьюмит. А здесь такие горшки с черепками. А это пушка обогревательная. Closed. Then, yeah. В 10 закрыто. Вот, сейчас уже больше, чем 10. Вот такие стульчики здесь. Никто не убирает, как видите. Никто не ворует у нас. Вот. Обходим такое. Как этот. Как делаем променаж такой. Променаж такой. И там столик. И хорошо здесь, ничего. Там на столиках можно посидеть. Хорошо, днем имеется в виду. Итак, здесь тень, пальмы. Yeah, let's go. Do you see this hole or... Oh, no. Я говорю, это hole, это дырка. Нет, это не дырка. The hole, это дырка, hole. Но это не... Но это не дырка, это этот... Просто вода накопилась после дождя, и я вытянула ткань синюю, видите, да? Или вы ничего не видите? В таком-то этом. Ну, видите, вот она, вода стоит. И давно стоит, лужится на крыше. Вот. Красиво. Очень красиво. Там у девочки мне понравилась эта прическа. Если видно. Вот такая красивая прическа. Вот. Все спят, никого. Мы решили просто на ночной пляж сходить. Сходили на ночной пляж, на песок туда далеко-далеко не пошли, потому что обувь не та. И вышли из пляжа и пошли здесь походить. Открыт Publix. Сейчас мы пройдем в Publix и подумаем, что нам надо, может, домой. Потому что специально в магазин ехать время надо, а так по пути. Вот. А это шумит. Вот тут трок остановился. Truck. А водитель трока называется truck driver. Драйвер – это водитель. А to drive – это водить машину, глагол, да? To drive. Спрашивают, can you drive? Вы умеете водить машину? Все американцы удивляются. Нет, как нет? Мне Хазман все время удивлялся, помню. Как? Почему? Все время, почему? Первый вопрос. Почему вы никак? Это может быть, что вы не умеете водить машину. Слушайте. И в Таиланде не все водят машину. На велосипедах, на рикшах ездят, да? И в этом, в Тимбукту. И где еще? Да везде. Племя Бумба-Юмба не водит машину. Мало ли кто не водит машину. Но они имеют в виду, даже если у тебя нет, и ты не водишь, и она тебе не нужна, может, если в большом городе живешь. Но я имею в виду, смотря в каком большом. Если в Париже, может, она и не нужна, потому что там европейский стиль, узкие улицы. Вот. А имеется в виду, что как ты не умеешь ее водить. Вот что. А это почтовые ящики вот так вот на... Видно, вот тут на все эти бизнесы это почтовые ящики открываются ключиком. Вот. Окей. Вон он, пришли к Чик-Филе. Чик-Филе. Называется этот... фастфудовое место. Ну, чик, имеется в виду чикен, да? Они сократили фил. Ну, фил, наверное, это как
fill in, говорят, да, наполни. Вот. Ну так, это такая аббревиатура, так скажем. On the closed. How you see this closed? Close? 10 p.m. 10 p.m. У них же по-дурацки это время в Америке. P.m. это после 12 дня. А A.m. две буквы, это до 12. Если сказать 10 a.m. это будет утро 10. Если сказать 10 p.m. это будет вечер 10, да? Вот. Англия по-придурастому так говорит. И Америка за нее тоже увязалась. Слава тебе, Господи, что Америка, как она еще не увязалась водить машину с этим, с правым рулем. О, еще было. Я когда в Лондоне была, это был какой-то кошмар. Я как пассажир не могла переходить. Меня вот это бесило, что все не оттуда ходят, не туда идут. Кошмар. Вот. Чейз. Банк. Банк брать будем? Все, прошлись мы немножко. Решили вроде как подышать. А так это не очень жарко, только хьюмид. Ну вот, ну так все, может, с каким-то коротко длинным рукавом. Ну, градуса может так 21, вот так. 5 апреля сегодня. This one? No, and later for it, over there. No, let's, no, let's go on the...